Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 13 ноября 2022 года. И нашим ягодкам исполнилось сегодня 20 дней. 24-го нам будет 1 месяц. Это самая маленькая девочка из всего помета. Мари Мистик Ясмина. Шоколадная, длинношерстная. С белыми отметинками на груди и подбородочке. Вот чуть-чуть на лапках. Мини-девочка. Будет скоро открыта для резерва. Если вам нравится эта малышка, можно будет ее зарезервировать. Господи, такое нежнятина. Нежнятина, целоватина. Ищет молочка, да, у мамки. Сейчас и мамку сюда запустим. Подождите. Дайте видео снять с девчоночкой. У Ясмины есть красавец бело-лилового окраса. Братишка длинношерстный. Единственный парень во всем помете. Который тоже будет открыт для резерва. Вот такой у нас размерчик. Вот такой у нас размерчик. И мы уже, скажи, пытаемся кусь-кусь. Сосет мой палец. Не будем долго мучить девчонку. Я просто делаю анонс тех детишек, которых я еще не снимала на видео. У нас нет в продаже сейчас длинношерстных щенков. Это первый помет пушистиков в нашем доме. Поэтому, если кому-то интересно, пишите, звоните. Резервируйте, малыши растут быстро и скоро смогут переехать в новый дом. Всем пока-пока и до новых встреч!